каждого автора услышать стихи и музыку в исполнении этого гениального, всемирно известного хора имени Пятницкого. Это большое счастье. Я благодарен Александру Кожнякову и вам, мои дорогие люди. Спасибо большое. Я хочу выразить благодарность этому замечательному, прекрасному Кремлевскому дворцу, его генеральному директору Петру Михайловичу Шабалтаю, всем его работникам, всем сотрудникам этого храма искусств, Первому каналу и Константину Львовичу Эрнсту, и моим друзьям, благодаря которым и состоялся этот, надеюсь, что это праздник, Владимиру Лисину и моему собрату по Перу Михаилу Лицериеву. Спасибо вам всем. А сейчас прозвучит песня «Звездное лето». Музыку написала Алла Пугачева. Вы знаете, когда я просто заставлял ее писать музыку, она говорила: ну какой я композитор, как-то неудобно. Но у нас родилась песня «Как тревожен этот путь», «Когда я уйду», «Три счастливых дня». И мало того, что она стала композитором Алла, она стала еще и художником, оформителем. Когда у меня вышла первая книга «Монологи певиц», она оформила эту книжку, которая была мне очень дорога. Сейчас на сцену выйдет певица, про которую я могу четыре строчки прочитать. «Весенний сад, шиповник, розы, фиалки, астры, георгин, как пахнут ирисы и мимозы, но ароматнее всех жасмин». Лететь,